Пострадали водитель и пассажир большегруза. С травмами они были доставлены в больницу. Еще одно ДТП произошло в полночь в Центральном районе. На улице Егорова автомобиль BMW, ударившийся о бордюр, съехал на тротуар и сбил проходившего по нему молодого человека. С травмами пешеход госпитализирован. По предварительной версии, водитель иномарки потерял управление из-за превышения скорости. Аналогичное нарушение правил дорожного движения стало причиной ДТП, произошедшего в тот же день около 7 утра в Лазаревском районе. По предварительной версии, из-за превышения скорости водитель ВАЗ-2106 на повороте не справился с управлением. Машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с большегрузом ДАФ. От удара шестерку отбросила на попутный внедорожник Nissan. Пострадала пассажирка ВАЗа, она была госпитализирована. Сейчас по факту всех трех ДТП полицейскими проводятся проверки.